Здравствуйте, друзья. Александр, 30 лет, парню. Оказался в тяжелой ситуации жизненной. То есть так у него все вроде ничего было. И зарабатывал, и в общем и жил хорошо, и в эмиграцию собирался. Там его приятель звал в Нью-Йорк, который уже там в Нью-Йорке. В общем, как-то вот... И вдруг он попал в дорожно-транспортное происшествие. И я хочу сказать, никто из нас не заказан, понимаете? Попал он в это дело, и там человек пострадал. То есть все живы, слава богу, но, в общем, был нанесен ущерб здоровью там. И он на 2 года угодил в места не столь отдаленные, откуда вышел по амнистии, не досидев 3 месяца. И сейчас он как бы в растерянности в некоторой. То есть он говорит, а вот с этой судимостью меня пустят вообще в Америку, не то что там куда-то, но просто даже как туриста меня пустят, потому что вроде как на нем судимость. Он говорит, я не вор, не убийца, ничего, но вот так вышло. И давайте я вот чего скажу. Безусловно, надо на эту тему поговорить с юристом, специалистом по этим делам. То есть вам тогда абсолютно точно скажут. То есть я чего я не могу сказать, я не могу сказать абсолютно точно, поскольку я не специалист. Но когда я вообще начал на вопросы отвечать, там, 3 с лишним года назад, мне страшно было вообще отвечать, потому что люди спрашивают такое, чего я, откуда я могу знать? Я, вот скажем, вот мы ходим там на open house, но я же не риэлтор. Я показываю вам стройку, но я же не строитель. Понимаете? Есть там несколько областей, в которых я достаточно профессионально могу там поговорить, но остальные-то... То же самое иммиграционное, там, да, ну не иммиграционное право, но вот вопросы вокруг иммиграционного права. Я же тоже не адвокат иммиграционный, что я могу сказать. Но дальше я понял, что практически все люди, которые эти вопросы задают, им на самом деле нужно было не профессиональное знание, а некое общее такое рассуждение человека, который там на месте, и как-то он это видит там на месте. Вот, тогда я успокоился и начал что-то уже показывать. Ну вот, без претензий на какое-то профессиональное знание. Так вот, в данной ситуации с Александром, который оказался вот там в местах специфических и отбывал там, значит, наказание, он не является социально опасным, я это так понимаю. То есть бывают какие-то обстоятельства, но он же не насильник, он никого не зарезал и морду не набил. Попал человек в ДТП. А что, судья, который вот судит, он не может попасть в ДТП? Он не может быть виновником ДТП? Или там президент Соединенных Штатов? Не может, но у него водитель есть, да, он, допустим, сам за рулем не сидит. Ну так, реально-то. Покажите человека, который водит машину и который не может оказаться виновником. Поэтому я не думаю, что... Элементарный здравый смысл настолько отсутствует в принятии решений иммиграционными всякими визовыми, там, консульскими организациями Соединенных Штатов, чтобы цепляться к человеку по этой части. Они, конечно, могут и должны, на самом деле, по роду службы убедиться, что человек в порядке, что он социально там реабилитированный, что он работает, что у него есть доход какой-то, что он как-то вернулся к нормальной жизни там и так далее. Вот. То есть я это так понимаю. И они могут там спросить что-то, связанное с этим делом. И, наверное, надо будет во время интервью что-то сказать, что какие были страшные переживания, и как вот не столько даже сама тюрьма там, сколько, например, ощущение того, что ты виноват в чем-то таком, и из-за тебя пострадал человек там. Ну, то есть нормальная реакция нормального человека на это, на все. Вот и все. То есть я бы так рассудил вот с позиции моего понимания того, в какой стране мы тут живем и как эта страна функционирует. Я не хочу сказать, что она всегда функционирует таким образом, что я могу логически сказать, да, это же понятно. То есть иногда я думаю, нифига себе, тут и не объяснишь никак, что за логика такая странная. Но, значит, она есть какая-то, просто мне недоступна. То есть это тоже бывает. Поэтому я не думаю, что если человек
для общества не представляет опасности, то какие-то на него будут гонения там из-за того, что он попал в какую-то вот такого сорта ситуацию. Я очень сомневаюсь, честно. И... Но, конечно, в конечном счете надо поговорить с адвокатом или там, не знаю, или по имейлу, если удастся, или там, может быть, заплатить какую-то денежку, консультацию получить. Вот. Потому что все равно в какой-то момент к этому придет. И надо будет заранее там подготовиться и так далее. Поэтому, ну, у нас вот есть ребята, я показываю на канале, и Светлана Каф, и Андрей у нас есть. Вот если вы пойдете на плейлист по политическому убежищу, вот они там оба присутствуют. Поэтому, ну, что я могу сказать. А есть еще полно совершенно замечательных юристов, специалистов и так далее. То есть я просто их не знаю, поэтому... Не даю на них ссылок и не показываю нас на канале, не приглашаю. Вот. Не потому, что они чем-то не хороши, а просто потому, что я с ними не знаком никак. Вот и все. Я хотел бы выразить под конец некоторую уверенность в том, что все будет хорошо, что если он хочет попасть в Соединенные Штаты, то вот этот опыт несимпатичный, он ему не помешает, и в конечном счете там, конечно, время нужно, все этот кошмар этого всего уйдет куда-то назад, на задний план, и будет казаться, что это было не с вами, и вообще не было в этой жизни, а где-то вот как-то непонятно откуда такое наваждение бывает. Поэтому так мне кажется. Вот, так что еще раз Александру, значит, я пожелаю, чтобы у него все получилось. Счастливо!